Всем привет! А сейчас посмотрите, в какое место я пришла. Молл, который называется Истения Парк. Здесь вот такие вот брендовые магазины, бренды. Gucci, Louis Vuitton. И давайте здесь прогуляемся, посмотрим. Здесь вот по центру вот такой вот ресторанчик. Вот такой вот ресторанчик здесь, с такими столиками. И вот в таком месте, посмотрите, какая атмосфера. Брендовые магазины, Prada. И здесь вот так вот, такое вот оформление, посмотрите, фонтанчик. Вот новогоднее оформление уже. И с этой стороны, смотрите, вот такие вот магазинчики. Бренды. Дорогие бренды. Dior. Balmain. Celine. Посмотрите, как классно здесь. Такие дорогие. Дорогие машины, дорогие тачки. Место называется Истения Парк. А здесь можно даже вот так вот присесть, люди сидят. Торговый центр. Здесь вот такая вот территория, где брендовые магазины. А еще есть крытый молл. И сейчас туда тоже зайдем. Посмотрите, какие большие магазины. Шанель, Гермес, Вакко. Цветочки. Такое вот здесь оформление, красота. В Стамбуле будто бы весна. Погода шикарная. Люкс, роскошь. И все это здесь. Дольче Габбана, Фенди, посмотрите. Ресторанчик. И вот Ролекс. Фенди. Зума. Это вроде бы ресторан. Зума. Какая здесь атмосфера. И сейчас я зашла вовнутрь. Это уже молл внутри. И давайте здесь прогуляемся, посмотрим.
Посмотрите, как классно, здесь очень светло. Вот так вот здесь такой вот дизайн, посмотрите. Свет, дневной свет очень хорошо попадает в здание. И вот такая вот красота, посмотрите. Праздничное оформление новогоднее. А здесь находится вот магазин Cartier, а снизу вот Starbucks. А вот такой вот фонтанчик здесь. Смотрите. Красота, очень все продумано, аккуратно, красиво. Классный такой молл. А здесь, смотрите, находится Audi City, такой вот Истанбул. И вот такие вот здесь магазины. Мужская одежда. Золото, бриллианты. А здесь вот такой вот ресторанчик. А смотрите, спереди ресторан Нусрета. Получается, и здесь его ресторан есть. Нусрет. У меня есть предыдущее видео, я была уже в его ресторане, тоже в молле, в торговом центре, но в другом, в каньоне. Можете посмотреть предыдущее видео, я снимала обзор, посмотрите, вот этот вот мясник знаменитый и его ресторан вот такой вот. С этой стороны... Мол, посмотрите, какая красота. Очень красиво оформили. Так атмосферно. Каждый торговый центр по-своему красивый. И этот торговый центр Истения Парк тоже очень красивый. Вот здесь, посмотрите, стоит дерево. И вот такие вот Санта-Клаусы, посмотрите, танцуют. А здесь вот домик такой вот для детей сделали. Фонтанчик. И вот здесь еще один Санта-Клаус. Посмотрите, на воздушном шаре. Очень красивый молл. Один краше другого. И сейчас вот спускаюсь на один этаж ниже.
Посмотрим, что здесь. Посмотрите, здесь магазин Zara находится. Просто эстетика во всем. Шикарно. И сейчас я спустилась еще ниже на этаж, и здесь уже такие знакомые марки, вот Ойшо, Манго. Чем ниже спускаемся, то тем ниже, вот смотрите, Бершка. Получается, когда ниже спускаешься, уже доступные такие бренды идут, а вот выше такие бренды, дорогие бренды, такие как Dior, Dolce & Gabbana. А на нижних этажах уже такие более бюджетные бренды. Pandora, посмотрите, Under Armour, Bershka. И сейчас я спустилась на этаж ниже. Здесь находится, вот смотрите, макроцентр, супермаркет. И рядом находится базар. Смотрите, Истения базар. Вот такой вот базарчик. Давайте вовнутрь зайдем и посмотрим. Вот макроцентр, и здесь вот такой вот базар, лукумы здесь, сладости турецкие, турецкие сладости, лукумы, халва, это халва, посмотрите. Вот такие вот различные лукумы. Смотрите, вот этот какой-то интересный, золотом обсыпанный. Вот такие вот вкусняшки. Разнообразные сладости восточные. А здесь сухофрукты, орешки. Изобилие просто сухофруктов. Смотрите, снова лукумы. Орешки. Вот такой вот базар здесь. А здесь продают еще фруктики. Такое вот место, вот где продают фрукты. А, получается, вот есть такой здесь ресторанчик, Гнайден называется. Вот такой вот островок, где продают фрукты, цветы. Смотрите, вот такая вот машинка с фруктами. Какая аппетитная свежая хурма, свежие фрукты турецкие. А здесь какое-то кафе, турецкое кофе продают. А здесь вот мед. Мед, вот впереди продают сыры,
и вот такой вот небольшой базарчик. И здесь также есть вот этот вот кондитерский магазин, который называется Пилит. Вот так вот называется Пилит. И посмотрите, здесь тоже есть у них разные тортики. Вот такие вот свежие. Кексики, вот такие вот пироженки. Сладости, турецкие сладости, конфетки, десертики. Очень большой выбор, выпечка, посмотрите, все очень классно, аппетитно выглядит. А с этой стороны шоколадки. Смотрите, сколько шоколадок. Шоколадные конфетки. И здесь вот у них такое место, можно на улице вот посидеть. Есть терраса такая. А здесь, посмотрите, вот такой вот магазин есть. Как будто к Санта-Клаусу домой пришла, такое ощущение. Посмотрите, какое тут оформление. Сладости, подарочки вот такие вот. Вот макаронцы. Вот такие вот конфеточки. Вау, классно так. Какое оформление суперское. Новогоднее. Посмотрите, чего только нету. Как грибочки. Вот такие вот конфетки. Это тоже все конфетки, шоколадка. Под фруктики, как фруктики сделаны. С этой стороны вот лукумы. И с этой стороны пахлава. Слишком сладко в этом магазине. Все сладкое. А это уже, смотрите, я в центре, Истения парк. И посмотрите, как здесь классно. Вот такие вот Санта-Клаусы с подарочками. Танцуют, смеются, посмотрите. Мне кажется, для детей это очень забавно. Смотрите, даже олени головой крутят. А здесь находится фонтан. Вот такой вот небольшой.
А с этой стороны вот на первом этаже получается фудкорт. Вот здесь вот. Вот Макдональдс, KFC. И здесь также Санта-Клаус. О, вот этот вообще как будто настоящий. Дед Мороз. Аяс.